Слава, а что ты шапку не одеваешь? Зачем? Тебе жарко? Ну вот, пацаны, мы выбрались сегодня на разведку, да, Слава? Да, пойдем сейчас. Да, Дима? Пройдем. Наверное. Пройдем вот по берегу. Хотим. Там вход, если его не завалили, посмотрим. Вход. Там вход, да, есть под монастырь. Да, там, да, есть проход. Ну, веди, Слава, ну, тогда. Пойдем. Вот осенняя ока. Это какой, левый берег или правый? А вон тот левый, по-моему. Тот левый, да, а этот правый. Короче, вот здесь набережная заканчивается и начинается дичь. Мне втираешь какую-то дичь. Да. У Димы рюкзак с яблоками, запасец есть, на ресурсе сидит. Дим, как там в Брянске? Обычно. Обычно? По-брянски. Что, внучку увидел? Да. Ну и как? Прекрасно. Все хорошо? Да. Идет все и улыбается. Это, наверное, к этому. Наверх только, к беседке. Здесь рыболовы рыбу ловят. Рыболовы. И то есть, короче, из монастыря типа монахи где-то здесь ход прорыли. Ну да, он ближе к мосту туда. Ближе там. Там, короче, начали это делать что-то, ну, набережную. Ага. И она обвалилась. Слав, ты когда здесь последний раз был? Ну, два назад. А я вчера. Ну, отлично. 20, это 22 год назад здесь был. Когда мы с Трезвым здесь это тусили. Ага, это было 10 лет назад. Ну, 10, вот, а их 2. Ты еще тот историк, блин. Я, конечно. Этот. О, видишь, там стало. О, смотрите, красная ленточка. Как они называются? Что это такое? Краевед. Краевед. Краевед, блин. Слава краевед. Да. Увидели еще, смотри, все поржаросшее. Заросшее тут капитально. Вот это, глянь, какая тема. Вообще, глянь, обрыв такой заросший, блин. Хмель, это хмель или что это? Вьюн. Дикий виноград, девичьи слезки. Ага. А его есть можно? Нет. Вадик, Влад ел. Влад ел. Влад не так. О. Тоже местечко неплохое. Прикольно? Да, это орловские обсыпи, я так там понимаю. Вот это что, известняк, Дим? Да. Это его копали тут всю дорогу. Ну, да. Наверное, да. Наверное, там же, да. Это, под рабочим городком, вот такие же эти скалы. Кешин, знаешь, что сказал? Что, Кешин? Да. Что? Что сюда не доходил ледник. Поэтому у нас вот эти штуки есть. А где был ледник, он говорит, там в Беларуси ледник, везде был лед. А что, отпускат на орехи прет, говорим. Вот, тоже, глянь, какая щель. Куда-то там щель-то ведет. Ты понял? Да? Ты понял, Дим? Отваливайся кусок. Вот она и треснется. Блять, вот он бы не обвалился бы на нас бы. Сейчас. Круто, смотри. Круто вообще. Вообще круто. Эта тема не рукотворная. Во, пацаны. Какая. Еще одна адская штольня. Да, адская штольня. Вот туда мы хотим пробраться, в эту адскую штольню. Но там вроде сухо, и там, по-моему, галерея очень довольно-таки высокая. Вот туда нам и надо будет. Да, и вот вторая, второй такой же. И вторая, походу. Там тоже нет воды. Там тоже воды нету. И проходы там, ну там даже повыше проход. Надо веревку, блядь, карабины. И туда. В следующий раз
мы обязательно подготовимся и туда спустимся. Как-то так. Короче, вот это офигительный у нас вход в коллектор. Вот в следующий раз мы его будем штурмовать. Там, по-моему, порожек какой-то. Да порожек-то порожек. Ну вот, рубль. Надо L1 взять или что-то подобное. Блин, он длинный. Охренеть. Охренеть, какой длинный. Блин, а туда не вот, видно. Да, встань, утонешь нафиг. Не? А там тоже то же самое. Короче, тема еще та. Вот чем мы займемся, да, Славик? Все, что найдем, будет наше. Прикольно. Все. У нас есть три объекта, два люка и вот этот коллектор. А трубы, можешь, оттуда идут? Я не знаю. Хрен его знает, надо туда залезть, посмотреть, куда там вообще все это идет. Да. Чисто интересно. Короче, пацаны, в следующий раз мы будем штурмовать эту хрень. Это просто ручник, да. А его засунули в трубу, получается. Это, ну, вот это натуральные, ну как вот не глинку в Москве захерачили под землю. Вот то же самое. Завод Медведева строили. Только у нас такая орловская неглинка. Еще одна есть. Еще на страшнее. На выгонке еще есть. Там такие. Журавенька, река Журавенька. Крысы как поросят. Точно. Вот мы посмотрим, вот прям туда петард накидаем и пойдем. Обрати внимание, какая вода чистая. То есть это не сточные воды. Ну да, кстати. Не в Челябинске, блин. Ну, кстати, да. Короче, все, пацаны. Челябинск, привет. Слайк, прощайся с пацанами. Челяба, не Калифорния. Попса не пройдет. Попса не пройдет. Короче, подписывайтесь на наш канал, и попса не пройдет.